На сегодняшний день во всех районах Сырдарьинской области создано 18 малых промышленных зон. В них планируется воплотить 62 проекта на 762 миллиарда сумов, что позволит создать около 2000 новых рабочих мест. К настоящему времени уже реализовано 34 проекта на 105 миллиарда сумов. Создано около 1000 рабочих мест. Еще столько же планируется трудоустроить за счет запуска дополнительных 15 проектов до конца текущего года. Тему продолжит наш корреспондент. Малая промышленная зона Махали-Навруз расположилась на 9 гектарах. Из-за близости к населенному пункту данная локация является удобной для предпринимателей. Так, 30 слотов были выделены бизнесменам через электронный аукцион на длительный срок в льготных условиях. Например, строительство данного предприятия стартовало в конце 2022 года. Общая стоимость современной фабрики по производству пряжи и трикотажных изделий составляет около 50 миллионов долларов. Будет создано 500 рабочих мест, а когда он заработает на полную мощность, здесь будут трудоустроены 1000 человек. Возведение основных зданий уже завершено. Сейчас ведутся фасадные и монтажные работы. Со следующего года ожидаем запуск производства. Здесь будет осуществляться весь процесс, начиная с изготовления пряжи до готовой продукции. Оборудование на 28 миллионов евро будет импортировано из Швейцарии. Часть уже завезена. В августе завершим пусконаладочные работы и запустим в тестовом режиме. Стоит отметить, что предприятием в год экспортируется продукция на 36 миллионов долларов. Это 9 тысяч тонн. Махали-Янги Хайот на площади 15 гектаров организована еще одна малая промышленная зона. Большая часть из 43 лотов уже введены в эксплуатацию или находится на стадии завершения проекта. Здесь создано 13 новых предприятий стоимостью 60 миллиардов сумов. Общая производственная мощность всех проектов составляет 775 миллиардов 300 миллионов сумов. А это уже завод по производству асфальтобетонных смесей. Через электронный аукцион предприниматель получил участок площадью более 1 гектара и запустил проект на 5 миллиардов сумов. Еще одно предприятие, специализирующееся на выпуске железобетонных изделий, запущено за счет 2,5 миллиардов сумов предпринимателя. Оно поставляет гидротехнические бетонные изделия для оросительных и мелиоративных сетей. Годовая производственная мощность в денежном эквиваленте превышает 7 миллиардов сумов. За год планируется довести оборот предприятия до 8 миллиардов сумов. Тем самым увеличится число вакантных мест еще на 20 человек. На сегодняшний день число лотов в таких малых промышленных зонах насчитывается около 600, а около 100 гектаров земли пригодны для ведения предпринимательской деятельности. Из цифр видно, что сегодня есть много возможностей для граждан, желающих запустить свое производство.